Помочи, помочи. Помочи, ничего не будет. Все. Вот тут еще подорожник растет, можно подорожник потереть зеленый. Спасибо, Христос. Так, подожди, подожди, как раз тебя касается, объявление будет. За стол. Печеньку будет. Так, из-за стола вылази. Господи, слава тебе. Боже всемогущий, Создатель, слава тебе. Благослови нас, Господи, слава тебе. Распусти нас с миром на труды наши, слава тебе. Аллилуйя, аминь. Аминь. Потом с коробки, прости, пожалуйста. Подождет, да? Объявление относительно Виктора Николаевича. Никита, свободное время, как только появляется, просьба все время к нему идти на помощь. Только мне говори, что ты пошел. Определенно, я сегодня был на стройке, посмотрел, ему одному там конца края идет. Все сгнило, и это необходимо сделать. Сделал все, я свой, мне только докладывают, чтобы я знал, потому что если начнется работа по прудам, тогда я никого дать не могу, я буду людей наоборот собирать. Там грандиозная работа, там сваи забивать, сверлить. Второе, Виктор Николаевич, лично тебе, ты здесь не лишний, не в гостях, ты член нашей общины, ты среди этих вот лагерных заслуженных, если бы Надежда Васильевна те годы была, выше тебя только была Наташа Приходько, там на год или что-то. Ты столько лет был старший воспитатель, наставник и другое. Это твое законное место. Не считай себя там что-то стыдно, приходишь, так, это член нашей команды. Чтобы ты больше дома не готовил, пока мы не уедем, до 10 октября. Понял? Это нам не в тягость, у нас всего полно, как платить не надо. Просто ты приходишь, ты на работу, как вот вошел к Володе, приходит, так точно ты. Ты просто отбился от рук, я тебя привожу сюда. Так, Никита, все время туда идти. Володя, как свободное время выдастся, втроем вы там быстро начнете делать. Быстро пойдет там цементные работы, каменные и прочее. Так, у меня еще тут один есть человек. Надежда Васильевна, ты слышала? Можешь еще не готовить, приходить сюда, пока команда. Но если хоть один раз я услышу, вы недовольны нашим питанием, я запрещу вам приходить сюда. Вот видишь, а? Честь отдает. Вообще команда собралась. Так, это для вашей пользы, чтобы время же не терять. Если скажешь, вот уедут все, а я готовить. Приходи, готовь здесь. Не надо тебе. Здесь все есть. Дрова и затопят и как надо. Так, а где матушка? А стряпать можно? Так, то, что сказал Надежда Васильевна, это касается и тебе. Ну ладно, в прятки не играй там. Так, все время, когда идешь мимо, тебя приглашать никто тут не будет. Это место твое. Приходи. Ты сама знаешь, ты помогла с этим домом. Мы купили, мы тебе благодарны каждый день. И поэтому, как идешь мимо, запомни, утром в 8, в 2 и вечером в 9. В 7. Все. На этом все. Спаси Христос. Спаси Христос. Так, сегодня мне нужно было. Стили где-то? К вечеру. Сейчас пока закрыть.